29 апреля я нахожусь в гостях у жены в ее особняке 19 века. Сегодня она меня попросила модернизировать удобный парник для огурцов. И сегодня я сделал вот такую крышу из шланга, а внутри проволока. Значит, проволока доходит вот до сюда, а здесь у меня цилиндрическое дерево, вот такой кусок, и саморезами креплю вот в эти рейки. Вот эта длинная доска на всю длину, на ней будут свешиваться огурцы. И с этой стороны, и с этой. Она лежит на вот таких стойках. Сверху будет покрытие из полиэтилена, чтобы полиэтилен не рвался. Диаметр вот этих трубок за счет пластиковой трубы увеличен до 2 сантиметров. Вот эти трубы сделали какие-то идиоты. Они перегибаются и ломаются. Вот из этих остатков, из кусков мы сделали вот такую крышу красивую. Так, а внутрь были положены вот такие трубки стальные. Они немножко гнутся. Вот она. Тоже от несущей конструкции для парников. Но можно использовать, у кого есть вязанку, которая гнется миллиметров 6 толщиной, что отдельно и используют. Кстати, очень хорошая идея. Чтобы у вас полиэтилен не рвался, нужно одеть на эту проволоку вот эту трубу. Вот так. Вот так одеть я тут. И тогда у вас будут, как в удобном парнике, только дуги будут свешиваться до самой земли. Вот такие изобретения я сделал сегодня. Сегодня пасмурный день, но мы готовим удобный парник для огурцов, для хорошего урожая. С вами был Николай Полыга.